Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем играть в Atomic Heart. Вот в прошлом выпуске мы справились с полигоном номер 9. Так сказать, закрыли гештальты. И фактически на том берегу нам уже ничего особо-то и не нужно. Здесь закрыли, здесь закрыли, здесь закрыли, здесь закрыли. Что это за фигня? Это так, видимо, объект для фона. Здесь закрыли, здесь закрыли, все закрыли, короче. И вот осталось буквально по-па-па. Выглядит, как будто нам осталось всего ничего. Вот, добраться до этого полигона каким-то образом. Так, здесь нам закрыли одна дорога сюда. Вот до этих камер. Угу. И все. Пойдем посмотрим, что у нас есть. Полимерную. Там особо не попользовались, но не так это и страшно. Как говорится, не страшно это, добротой я славлюсь. Не заграждал я слуха к их мольбам. Не допускал я долгих проволочек, ну и так далее. Так. Крайняя мера. Ну, в данном случае я тут уже просто по что-нибудь поисследую, чтобы было, так сказать, настройщик. Так, что у нас есть-то вообще хорошего? Я хочу получить вот эту вот штуку. Мне чуть-чуть осталось. Во-первых, надо посмотреть, что разобрать-то можно. Патронов для дробика. Блин. Слова путаются. Так, сейчас для начала все нужно перезарядить. Ага. Тут что-то и не перезарядишь-то особо. А, нет, не то, не то, не то, не то, не то. Так, я хочу рельсотрон. Этот доминатор меня не очень-то убедил в своей уникальности. И тут интересная такая фишечка, что можно водки выпить. Водочки-то выпить можно. Вот оно чё, Михалыч. Да, дайте мне патрончиков. Это совсем плохо. С этим делом. Вообще плохо. Где мои патроны? Что-то собрать, что ли, можно? Кстати говоря, я же еще толком не пользовался этими сборками всякими. Водочки я выпью. Даже не знаю, может еще одно взять. Пусть лучше будет, чем не будет. Ладно. Так вот, сделаем. Сделаем вот так вот, вот так вот, вот так вот, and вот так вот.
эти две оставим, посмотрим, что с ним можно сделать. Может быть, прибухнуть можно, грубо говоря. Так, теперь... И эти две штучечки. Ну все, наверное, можно разбирать. Это нам не нужно, это слишком жирная штука для наших нужд. Динамо вообще не пользовался. Тут даже не знаю, пускай и не надо. Ай-яй, склад, складоразбор. Лучше не. Давайте попробуем делать хитрую штуку. Как будто... вот так вот, а потом как будто бы вот так вот. И вот у нас, ага, но нам-то нужно вот что, достаточно ресурсов создать, конечно же. Да, так, стоять. Складоразбор. Положу сюда. Так это хитро мариную все это дело. Улучшение. Что там у нас по улучшениям? Так. Не? Нет улучшений. Забавно, забавно. На этот поставить тепловизор. А, блин, как же вы бесите. Ладно, это не так страшно, может показаться. Па-па-пам-пам-пам-пам. Все-таки вернул вот эту. Или нет. Или да, или нет, или да, или да. Или да, или нет, или нет, или да. Блин. Чем я обычно мочу всех этих ботов? Давайте сделаем его как раз таки универсальным.
где хочу. Так, дальше. Пистолет. А вот пистолет бы я поставил вот этот вот. Чтобы издалека убивать всякую тварь. Тепловизор то и не поставить. Штатные снаряды как бы самые простые, без всяких. Без всяких. Что тут у нас? Рукоять. Кассетный модуль. Рукоятка. Да-да-да, продолжить. Что-то забаговалось, ребятушки. Вот это вот, да. Это интересно. Прикольно. Ага. Классика. Это что-то новенькое. Кстати, нормально все. Коллиматор. Это классика. Ну чё, попробуем, как эта дрянь работает. Чу-чу-чу. А, бля. Ах ты, зараза. Ну, конечно... Такой слабенький, что пипец. Вот, вот, ты чё? Вот.
Капец, сколько тебе можно мочить-то? Боевая машина, да? Пистолет как. Ладно. Блять. Отвались. Рельсы. Там этот рельсы, ну такое себе, конечно. Интересно, но. Но не более того. Да. Ладно, пойдем уже, что там. Мост. Красота. И дела. Что там, офигели, что ли, реально? А, блин. Патронов не напасешься. Сейчас помру. Тут всякие, блин. Проверка документов. Есть что интересное. Скажите, товарищ майор, с вашей точки зрения, как профессионал, наши мирные роботы в боевом режиме действительно смогут воплотить в жизнь операцию «Атомное сердце»? Если товарищ Сеченов и Политбюро СССР хотят захватить США и даже весь мир, они не станут сражаться с простыми людьми. Но во время боевых действий гибнут мирные жители. Вам ли не знать? Если робота запрограммировано не убивать гражданских,
Атаковать мирное население они не станут. Раз, ну ты же робот, должен понимать. Я робот? Что ж, в какой-то мере вы правы. Робот-перчатка. А что, нейрополимерные перчатки не будут подчиняться коллективу? Зависит от конструкции. Какие-то будут, а какие-то вполне могут подчиняться только носителю. Но речь не об этом. Мирные роботы, которые войдут в боевой режим, получат этот приказ от коллектива. И тот, кто будет определять политику коллектива, может с легкостью приказать им убивать всех. Ну всех-то зачем? Это же люди, рабочий класс, колхозники, ученые. Твою мать, так вот для чего нужны им эти кольца. Для чего же? Надевать на своих роботов, чтобы они слушались только тебя. Ты же можешь снять с себя мысль и отключиться от коллектива. А робот нет. Так получится, что твой собственный домашний робот сам же тебя в коллектив за шиворот и притащит. Вы правы. Так, карта. Я хочу заглянуть на полигон, посмотреть, может, там есть что интересное. Да, создав. Красавчик. Красавчик. Красавец, мерзавец. Как пелось в одной. Забавной песни. Цветочек. Маленький. Так, что это у нас такое? Где дверь? Так, дверь. Сохраняемся. Ну да, а как же иначе? Так, стоит. Где я вообще нахожусь? Слушай, подскажи дорогу. Это с другой стороны, интересно, да? Как интересно-то? А ты мне помочь можешь? Походу нет, я тебя просто убью. Давай, подходи, уйдем. Блин, плевало. Ладно. Это был неожиданный расход ресурсов. То есть я просто так убил. Так, где тогда вышка находится? Где тут вышка? Вышка есть? Какая-нибудь или как-то тут? Так, туда не пройти. Полигон номер 12 где-то под низом. Гриф там. Так, что-то тут интересное есть вообще? О, что это? Прикольно. Это я удачно попал. Да-да-да, что ты смотришь на меня такими глазищами? Ну, я пошел. Тебя, блин. Что тут есть? А, нет, ничего. Да открывайся ты. Я знаю, что ты уже приехал. А может, даже не уезжал.
Даже так можно. Робот. Да. Так. Почему манекены в таких позах? Чем они вообще тут занимались? Кто их так поставил? Полагаю, машины стали так самостоятельно. Извращение. Посмотрите на это с другой стороны. Куклы управляются нейросетью коллектив, который, вероятно, получил доступ к образу мышления своих создателей. Вы видите в этом пошлость, а куклы, скорее всего, они ничего в этом не видели. Я и говорю, вопросы скорее к создателям. Вопросы скорее к тем, кто на это смотрит. А это интересное объяснение того, что происходит. Где одноногий Михалыч, ёкарный мобай? Я на него грешил, что это все. Но оказалось, что нет, не совсем. Еще есть. Интересно. Там не знаю, может, какой ящик нет? Ничего нет. Нормально все. And the third one. Пустота. Звенящая пустота. Блин, чего такие это самое? Коллизия у вас настроена. Как-то так. Сохранимся. Каждый думает в меру своей испорченности. Бляха-муха. А, Наташа, ну я не настроен был поговорить с тобой. Ты уж извини. Рельсы нормальное оружие, бляха-муха. Да блин, откуда вы повылазили? Буду умирать молодым.
переусложняйте. На ровном месте, блин, что это? Ёбкарный бабай. То есть мне одной Наташи не хватило, да? Вы мне еще притащили. Нет дров, это хорошо. Так, мне надо какой-нибудь. Это я пленный. Успокойся, Наташа. Элеонора всего лишь ремонтный шкаф. Это не люди, ну понятно, что вы и так не люди. Да блин. Ладно. Это не для того. Пути. Так, ладно. Нормально. Я-то думал, я уж испугался в определенный момент, что эти дрофы будут летать постоянно. На ровном месте, так вот. Че это летает тут такое? Да и эта часть какая-то неказистая. Можно было чуть прокачать. Блять, ну я ж не дошел там до определенного момента, но вы мне прям двери закрыли на ровном месте.
Но нормально. Ладно, левел дизайнеру плюсик. Подожди, блин, мне в другое место надо идти, я же не вообще не туда пошел. Ну, в смысле, я хотел пересмотреть кое-чего, но мне открыли дверь, ура, ура. Ура, 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 мне открыли дверь. Я же говорю, Лутягина чуть не пропустил. Что мне дали? Термоприцел. Да, вижу. Сейчас. Так, небольшой перерыв был. Так, что тут у нас есть еще интересно? Лут. Так, Лутягин заюзали. Вообще отсюда пришли, правильно? Тут нюхают. Нюхают люди новых людей. Да. Статистическое повторение того, что этому левел-дизайнеру, который понял, что можно возвращаться обратно, хотя бы в рамках полигона. Кто был этот гений? Почему он раньше? Или он только учился на предыдущих? Еще один Лутягин. Так, Лутяга. Там, по-моему, комната. Еще один будет. Ну, прикладик. Стремно. Куда выходить, чтобы я вставил эту? Что за замки такие? Интересно. Интересно.
Интересно. Окей. Двигаемся дальше. О. Фигня. Так. Так. Так, что тут можно сделать? Всем то, что нужно. Так, теперь где-то здесь нужно переделать эту штуку. Я, наверное, сейчас помру, но мне хочется узнать. Да, я действительно помер. Отомщу сейчас. Левел дизайнеру отомщу. Вот зачем на вот этих вот уровнях вы сделаете эти умирущие штуки? Вот делать вам что ли нечего? Так, дайте нам туда, нам сюда, сюда, туда. Туда, сюда, сюда, сюда. Нам туда. Да. Так, вот это вот моя ошибка. Потому что сейчас заново собираю лут, который можно было и не собирать. Барабанная дробь. Дверь так далеко поставили. Угу.
Минимум тут надо сделать вот это, то что мы уже делали, кстати, STX. Зачем нужен фонарик, когда есть тепловизор? Или как это правильно называть? А, я понял, туда можно теперь провернуть вот эту штуку. Это прикольно. Телекинез, по-моему, тут немножко... Да, ёкар... Что, блин? Бляха-муха, я тут застрял, а? О, смотрите, а тут такие еще штучки есть. То есть по полной программе все. Если кто-то совсем потеряется. Пока что за исключением этого мертвого пола, которого можно было тупо избежать без всякого. Как бы никто же не обиделся бы, если бы его не было. То пока что мне уровень нравится. Чё жжёшь? Слышу Утягина. Ура! Утяга. А это что? Электроблок, энерговампир. О, вот это интересная штука. Все уже потратил, да? Не все потратил. Массовый полимерный бросок, полимерный щит. Весь этот щит. Ну, он просто есть. Красивый. Обидно, конечно, да? Но что делать? Патронов завезли. Это приятно. Маракетли. Кстати.
как водку-то потребить. Выберите желаемое действие. Тут говорят, водкой можно заправиться. А я пока не видал такого. Но я пока оставлю здесь. Съесть его-то можно? Было бы интересно. Так. Дайте глянуть. Поражающая головка, вход. Так. Ладно. Не будем издеваться над пистолетом. Хочу. О, прикольно. О, классно. Так, звездочка у нас на складе лежит, правильно? Правильно. Забирать я ее оттуда не буду. Только бутылка водки в кармане. Что у меня на данный момент всего одна ракета. Так, а? Какой массив.
крайней мере, ним безопасно бродить. Так, сохраняемся и валим отсюда. Все, что нужно, мы уже взяли. Все, что нужно, мы забрали. Трим-триарим-там-трим. Что это такое? Мысли 7 из 8. Из 8, вы чё? Что это за... Физическое оружие, простое оружие. О, патроны. Сохранение данных. И вот я сейчас что-то не понял. Так, полигон 12. Нашел. Полигон, так, 2, 3, 4, 5, самый злоебучий полигон, 6, 7 и 8. Что-то мне не засчиталось? Злоебучие ачивки. Кораблик затонул. Я посмотрел, что на нем. Ну так, по фану. Ага, гриф. Абсолютно секретно. Ой. Меня здесь не было. Все летят и летят. Скрываюсь под водой от пчел. На, ловишь. Приятная штука. Вот это ваш паштет.
Ты ее карнавовая, а ты неприятная штука. Чего топор так не провела? Даже интересно. Так, мы тут были уже, да. Интересно. Какая фигня. Ладно, расскажите мне, как подняться наверх. Самое главное в этой истории. Как теперь мне вернуться в госпиталь? Правда, я, скорее всего, буду заниматься уже... Деденька, а как мне с пляжа уйти-то? А вот, нашел. Стукач, а? Стукачило. А вот она, дорожечка. Госпиталь, да? Но хочется-то как? Что там идти-то? Ладно. На этом у нас все, дорогие товарищи. Спасибо за то, что были со мной. Лайки, подписки, шары, донаты, все, что в ваших силах, товарищи. And увидимся в этой или другой игре. Все, пока.